В Янтиковском районе зарегистрировано 58 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 49 человек. На данный момент в районе продолжаются работы по предотвращению распространения инфекции. Администрация Янтиковского района приняты дополнительные меры и организована работа по проведению дезинфекции помещений и общественных мест. На сегодняшний день обработано всего 72 тысячи квадратных метров площади. Это улицы, дворы, автобусные остановки, территория автовокзала и общественных мест на территории Индырского, Алдьярского, Янчевского сельского поселения, где выявлено наибольшее количество пострадавших. Проводится в неделю два раза дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Такая работа выполнена на территории района всего 93 тысячи квадратных метров.